Что-то у меня, походу, стол разваливается, ребята. Тихо, тихо, аккуратно. Стул разваливается, ребятишки. Алло. Что со стулом? Тихо, 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 спокойно, мать, не пишу. Со стулом что, ребята? Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет. Меня по-прежнему зовут Артём, это канал Атом Шоу. И добро пожаловать в The Crew 2. Сегодня мы вместе с вами пройдем новый ивент. Поиграем в дерби и многое другое. Я вам желаю приятного просмотра, но мы начинаем. Поехали! Прям в шоке сидел просто, что типа произошло, а я сам ушатался. Да правильно, да давай покатаемся по земле на лодочке, а чё нет-то? У меня вездеходка же. Ну тихо, тихо, родная, родная, ну не шали, не шали, не шали. Бру-бру-бру. Давай, все спокойно. А, все ясно, пролетел, как фанера над Парижем. Прямой маленечко. Оп, оп, о, замечательно, просрал. А, и все, и опять лодка моя по земле решила поехать. Ну замечательно, прекрасно. Дебил, вот, поэтому сделаем вот так, аккуратненько лучше. Так, раз, ай, ну резкий поворот налево, ну кто ж так делает, а? Ну ее тише, пассатижи. Ну как такой можно было резкий поворот-то заложить? Я что-то не понял даже. Но если бы я знал, я бы вам ответил. 3, 6, 8, 10, 50. Какой ты говнюк! Ты зачем это сделал, а? Объясни мне. Ну я не доехал до финиша из-за него. Вот гнида, а? Что он, почему он решил выехать именно в этот момент? Козел, куда я вышел-то? Что произошло? Меня аж выкинуть решили. Оп, аккуратно. Не-не, Кларенс, иди в жопу, слышишь? А ты, блядь, срал это. Да иди ты! Опять этот чел! Что за фантомная фура там проносится постоянно мимо меня? Прямо в меня въезжает постоянно, козел. Че он там? Он просто катается, что ли? Я не понимаю. Ты что, дебил, что ли? Он просто катается. Алло, дядя, ты че, конченый? Тихо. Тихо, тихо, Вачелова. Ты мне объясни, ты идиот или да, вот твой вердикт какой, вот объясни мне, что он просто ездит и катается, просто катается, чел по карте, ты совсем... Я еще не туда решил поехать, он просто ездит, зачем, объясни мне, ты просто выполняй ивент, вот как бы, блядская мать твоя шмартышка, а? Смысл просто так ездить, объясни мне. Ладно, поехали в следующую дисциплину. Что-то мне не нравится, из-за чела два раза просрал просто. Так, поехали в другую сторону, можем попробовать резко влево сейчас. Дать вот такого аккуратного заложить, так сказать. И поехать влево. Вот. Потому что слева, возможно, дорога хорошая. Да, что ж ты мне сигналишь-то, а сам-то едет. Ну, блядь, фура какая-то выехала. Внезапная. Потому что здесь, как мне кажется, дорога достаточно прямая. Ну, судя по всему, сейчас я уже вижу, что не очень прямая, потому что там что-то развилка какая-то дикая. Что там происходит вообще? Объясните мне. Что, кто так дороги кладет? Вообще, что это такое? Что за шоссе тут у вас? Вообще жесть какая-то. Вот, максимальная скорость у этого автомобиля, знаете сколько? Правильно, 382 км в час разгонялся на нем. Как это возможно, спросите у меня, я вам скажу, я-то откуда знаю, вы что, с ума сошли, что ли? А, вот, но, в целом, если не смотреть, то неплохо. Так, у нас 71% уже идет, вообще замечательно. У меня затекла левая рука прям дико, вот как будто бы ее начинает отрезать потихонечку уже. Вот, и как будто бы вот сейчас небольшая прямая, надо вот так вот оп-оп-оп-оп расслабиться, расслабиться, а потом резко оп поворот заложить, красивенький такой оп через кусты, и замечательно. Здесь что-то, ой, блядь, серпантин начался. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ну родная, ну что тебя несет, так вот ты тормози, мать, ты что? С ума сошла, что ли? Да что меня... Что за... Да, ёб мать. Да ну что ж так... Ну, вот, друзьяшки. Не говорите раньше времени о том, что вы победили. Вы такие молодцы, потому что, как видите, все может измениться в последний момент. Просто въехал в какое-то отчелово и, соответственно, моментально чуть ли не проиграл.
Вот, хотя отрыв там сколько секунд, сейчас, по-моему, написано. 33 секунды, а как так? Ну, в принципе, по барабану, ладно, если бы мы не въехали, было бы больше. Ну, вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Сейчас мы посмотрим, сколько нам дадут очков. Очков, соответственно, кто выдает очки-то там. Давайте, выдавайте уже быстрее. Опа, 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 замечательно, прекрасно. 100 очков. Могло быть и лучше на самом деле, но, в принципе, потом сделаем получше. Итак, друзьяшки, у нас ралли-кросс, соответственно, ралли-рейд, ралли-кросс, ралли что-то там, ну, хотя это разные дисциплины. В общем, мы едем на эскалейте, значит, да, правильно, эскалейт. Кто это эскалейт? Это у нас хорошая Кадиллак, вообще замечательный, прекрасный, потрясающий просто. Это трехтонный сарай, на самом деле, так, если уж вот между нами, честно скажу вам. 3 тонны, может даже больше, я не знаю, сколько эскалейт весит. Но, в общем, его по дороге несет, как вообще говнище полное. Вот, если на нем не тормозить, то вы можете улететь на орбиту, соответственно, вот. Ну, а поскольку это не всем нужно, лучше брать машину полегче. Что-то у меня, походу, стул разваливается, ребята. Тихо, тихо, аккуратно. Стул разваливается, ребятишки, алло. Что со стулом? Тихо-тихо-тихо, спокойно, мать, не пишу. Со стулом что, ребята? Ребята? Ребята! Кактус влетел, просто некрасиво было. Сейчас вообще замечательно, что земля какая-то вылетела. У меня со стулом проблемы, алло. У меня стул сейчас развалится, отвалится, просто он упадет, понимаете? Это вообще печально будет. Там что-то шатается. Ребята, сейчас свалюсь со стула нафиг. Ну что с тобой? Что? Там отвалилось что-то. Сейчас улечу я. Ой, улетел уже, так сказать, дома. Заехал уже. Ага. Оп! Здорово, родной. Опа, мне в попку. Ой, мне снесли меня нафиг. А кто меня снес, ребятушки? Там ваш мой плинтус остался какой-то. По-доброму-то. Ой, спасибо, не спасибо, замечательно, прекрасно, меня снесли. Ну, каким образом меня сносит, ребята, вы чё-то какие-то слишком дерзкие. Да и тебе тоже, в принципе, место на свалке, слышишь, родной? Вот я тебе вот 100% тебе отвечаю, говорю, да. Знаешь, как знающий игрок. Вот, убил кого-то, что ли? Нет, не убил. Да хватит по мне, чё все по мою душу-то едут? Алло, товарищи, добрый день. Что за чело какое-то? Лютейшая. Родной, давай, отлетел. Да что у меня? Пол хп просто отлетает, вот, как будто бы меня не трогают. Алло, где мое хп? Что? Куда мое хп улетело? Просто по мне... Просто чел меня погладил, и у меня хп улетело куда-то. Что за бред-то происходит? Да отстаньте. Ну смотри, ну просто, ну несутся. Ну несутся уже по мою душу все, алло. Ну что, это нечестно, ребята, как так-то? Мы продолжаем, соответственно. Раз, да, вас, до свидания. Здесь, да что опять ты по мне-то едешь? Зачем тебе это надо? Тебе это не надо в жизни вообще, ну типа, абсолютно. Хороший мой родной, ты что? Опа, улетел челик. Поплавать решил, так сказать. Опа, добрый день. Опа, здравствуйте. Так, пришлось перезапустить запись маленечко, потому что... Опа, чел улетел. По техническим шоколадкам, ну, в принципе, я надеюсь, я там... Все, на нафиг. На нафиг. Смотри-ка, ты набираешь очки. Да, серьезно, а я не знал. Я реально набираю очки, ребята, прикиньте. Да почему по мне-то все фигарят, я не понимаю. Да что это за рофл? Че это, ребят? Чем я провинился, объясните вот. Да заткнись ты. Да ну куда? Кто пол опять мылом намазал, натер? Кто его? Вот объясните мне маслом, кто его полил? Почему я лечу куда-то просто вот, ну, в небытие вообще? До свидания отсюда. В море в какой-то улетел просто. Хватит мазать пол мылом. Что в ракетной лиге? Что здесь? Что какая-то жесть происходит? Опа, улетел челик. Опа. Оп-оп-оп. Оп, полетел челик. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига я тут просто всех растолкал. Просто это... Охранник в клубе.
всех распихал, так сказать, домой отправил. Оп, добрый день. Сейчас по мою душу летит сразу челик какой-нибудь, да, наверняка. Оп, вот смотри, два сразу, просто даблки мне дали. Так, оп, еще один летит. Да что вы все по мою душу-то, почему я у вас таргетом стою? Вы между собой тоже деритесь там хотя бы периодически, так сказать, хоть раз в год, знаете, тоже помогает. Спина болеть не будет, так сказать. Да ну, меня погладили просто, и я умер. Как так, непонятно. Не знаю, кого спихнуть-то, просто чисто не попадаются под руку. Оп, ага, увернулся, нифига себе. Топ 10 смертей в аниме. То чел просто едет. Ну что произошло-то? И он сам уехал, я не понимаю, им очки что ли не снимают? Что ж, третье место. Друзьяшки, на этом ужасном разочаровании нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели данный видеоматериал. Надеюсь, вам понравилось. Если вы захотите еще за Крю 2, то, в принципе, лайк загрузаете. Я, так сказать, сразу делаю видосик. Вот. Все, всем до встречи и всем пока.